Владимир Андреевич Никитенко, главный тренер футбольной команды. Тебе, пожалуйста, Владимир Андреевич. Ну, что по игре можно сказать? Так, играли неплохо первый тайм. Двигались, многое получалось. Моменты были у нас. И достаточное количество моментов, чтобы забивать. Но реализация оказалась немножко не исполнение, и, может быть, везение. Все-таки моментов много создали. Во втором тайме уже играли минут 35, наверное, 30. Играли против 10. Но немножко силы уже у нас там были болезни, там все-таки силы уже стало меньше, темп упал. И создали еще несколько моментов. К сожалению, реализация не получилась в концовке. С убойных позиций били, но и вратарь удачно сыграл. Ну и соперник сыграл хорошо в плане организации игры, борьбы. Тоже имел моменты определенные. Так что, я думаю, матч такой между командами был матч между командами, претендующими на высокие места в турнирной таблице. Владимир Андреевич, можно вас узнать? Во втором тайме ваша команда, ваши игроки временами бывало передерживали мяч, хотели довести его до верного, чуть ли не донести, он никогда не так не пошел. Во втором тайме скорости упали у нас, и уже легче было сопернику защищаться. Все-таки скорость, темп, я еще раз говорю, просто немножко уже, то, что мы сделали замены, они усилили в определенной мере атаку, но не хватило нам, чтобы еще дожать не хватило. Ну и в упор несколько моментов, конечно, реализации все-таки мы должны такие моменты реализовывать. Хотя их было не так много, но соперник защищался хорошо. Павлодар хорошая команда, всегда была, сейчас находится в такой стадии, что готова тоже к самым высоким решениям задач. Пожалуйста, есть вопросы? Больше нет? Все. Спасибо.